Итак, всем доброго времени суток. Мы отправились в путешествие на таком замечательном девайсе, как монорейл. Это такой трамвайчик, висящий над городом. Вот там внизу проходит это. Совсем не страшно, он за свои 40 лет службы только один раз упал с этих рельс. Вот. И этот монорейл, интересно, тут вставать можно. Вот видно, впереди двигается по... Вот вторая, собственно говоря, полоса. Все супер, обратите внимание, с какой скоростью мы разогнались. Летим, можно сказать, по Рим над окрестностями Сиэтла. Сзади не видно, да, тут такие красивые. В общем-то, он построен 40 лет назад. И за 40 лет назад он как был прообразом транспорта будущего, так прообразом транспорта будущего и остается. Вот оно счастье. Вроде уже поездка заканчивается. Впереди видно башню Space Needle. Подъезжаем. Семен Семенович. Где? О, вот она. Говорят, что это сбитая инопланетная летающая тарелка, поставленная для прикрытия. Ну, в общем-то, в эту историю вы всегда слышали и знаете. В людях в черном. Вот она такая симпатичная. И за это все удовольствие езда туда-обратно. Ой, елки, сейчас и упадем. Мы очень сильно накренили. Система входит в поворот. Вот он, Space Needle. Ой, так, что ж это такое делает? Это ни черта не видно, когда солнце светит. Да, так вот. Далее мы проезжаем комплекс, который называется... Как он у нас называется? Music Experience Project. Собственно говоря, посвященный музей, основанный Колин Алленом, одним из основателей Microsoft, который уже давно отошел от дела и занимается филантропией. Здесь мы видим окрестности Space Needle, и сейчас вот буквально 5 тек, и мы пристыкуемся к конечной площадке. Второй монорейл вот у нас стоит здесь. Вот он. А Space Needle над нами возвышается вот таким вот громадным образом. Вон Experience, Music Experience Project. И здесь вроде как на выход. Точно на выход? Что-то слишком много народа. У нас есть еще 2 минуты. Так. Стыкуемся. И вот приехали, типа. Не торопимся, не толкаемся, выходим. Вперед. Полетное место очень-очень забавное. Ну а теперь мы двигаемся вперед. В направлении башни. О, какой-то фестиваль будет. Ага, спасибо. Причальная станция. И вот тут вот типично американский городок развлечений со всеми этими каруселями, как их показывают во всяких фильмах ужасов, знаете, так в полной тишине крутится себе каруселька из фильмов ужасов. Магазин подарков, ну как, это помнишь, в любом фильме ужасов она обычно крутится, да, и горит, и скрипит, и горит, и что она так сама включается и так далее. Обычно зло ассоциируется, зло, которое похищает маленьких детей, ассоциируется с этим. Так, я не понял, что-то не закрывается, они что, перестали работать с нашим приходом? Вот. Соответственно, вот карусельки разные, вот лодочки. А вот, собственно говоря, и Space Needle, куда мы сейчас дальше от елки. Такой, отсюда он достаточно высокий. Как-то так надо сделать вот так вот, а вот так вот, а вот так. Да. Вот такие вот делишки.